Здравствуйте, дорогие телезрители канала Andromalik Play. Сегодня мы играем во все игры Dark Riddle. Из-за того, что вышла третья часть, у нас получается обновленная подборочка, потому что похожую подборку я уже делал, но вышла третья часть. Давайте смотреть. Первый запуск вообще не запускал, только скачал. Так что впервые буду играть, заодно посмотрим, что здесь интересного я увижу. Dark Riddle 3. Так, настройки. Графику сразу максимальную ставим. High. Компас включен, а английский... Ну, давайте русский язык. Есть русский? Кто-нибудь знает, есть русский? Нет русского, прикиньте. Или я не увидел? Нету русского. Ну, ладно, нету русского. Ну, я все равно на английском всегда играю. Просто думаю, для вас поставить... Ну, нету, нету. Может, обновят потом. Так, ну что, начинаем. Strange Hill называется. Это что? А, типа игра называется. Dark Riddle 3 The Strange Hill. Интересно, движок новый здесь, то есть графика уже как третья часть или как вторая? Ну да, новый движок, видно, красота какая, смотрите. Голубь покакал там уже. Так, что я тут? Напоминает «Привет, сосед», что-то, не знаю. «Привет, сосед» какой-то. Так, да, в носу поковыряться. Появился он на новой планете, наверное, в новом месте, не знаю. Какой тут сюжет. И пошел, значит, в дом. А теперь мы, наверное, появляемся за ним. Да, это мы. Очкастый мальчик. Так, ну... Поздравляю. Спасибо за установку игры. Наслаждайтесь, написано. Так, хорошо. Ну чё, так, присесть. Прыгнуть. Двойного прыжка нету. Так, ну это... Напоминает еще Fortnite немножко. Немножко Fortnite. Так, что можно делать? Ну-ка. Чё тут вкусного у него? Ой, что это, тапок? Что с ним делать? Взял тапок. Так, а что делать-то? Пойдем сюда, наверное, заходить. Робот какой-то стоит. Что написано? Что это? Ой, игра подвисла, ребята. Я не хотел нажимать. А, здесь типа интернет нужен. Типа в интернете что-то делать, не знаю. И что, я теперь смогу что-то сделать? Ладно. Идем в дом. Короче, считайте, что я не нажимал туда. Так. Дом у нас тоже новый. Красота. Это что такое? Монетка. Какое у нас задание? Идите на второй этаж, написано. Второй этаж наверх. Хорошо, идем. Так, что у нас тут? Что это такое? Все собираем. Это что у нас? Мячик. А рыбки нету, смотрите. Рыбка от нее только осталась. Остался скелет. Подождите, хребет. На третий этаж теперь нам говорят. Так, все, на третьем мы. Это его база тут. Ховард. Короче, надо его будет спасать, походу. Это ученый какой-то написано. Вот тут озвучка даже диалогов. Прикиньте. Но кажется, что искусственный интеллект озвучил. Так, он говорит, осторожнее. Тут может быть где-нибудь быть... Сигнализация сработать может. Ну-ка, где она будет? Пока не знаю. Ладно, идем сюда. Это что такое? 6826. Или перевернуть? Тут ничего нету. 6826. Ну давайте, а тут что, можно ввести уже сразу? 6826. Окей. Я его чувствую, он скоро нас найдет, говорит он. Бери все, что у тебя есть. Нам нужно быстрее убегать отсюда. Погнали, у меня не очень много сил, поэтому давай быстрее, вместе. Я еле двигаюсь, у меня уже ноги не держат, говорит он. Я очень устал. Ой, а тут уже здесь он. Подожди, 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 отвали, отвали, отвали. Я даже не помню, где выход, вот. А где кролик наш, или кто он там? Кролик, где ты? Все, я вышел, вышел, вышел. Так, а где кролик? А, надо его сопровождать, походу. Он где-то застрял, без меня он не идет. Угу. Так, а можно тут как-то тихо двигаться так? Так, сосед где-то тут справа. Идет наверх. Блин, а он там этого увидит. И что, я проиграю или что? Как этот кролик-то спасется, я не могу понять. Может, мне его надо отвлекать на себя, чтобы тот как-то прошел, кролик? Кролик... Ага, он что-то слышал, смотрите, он за мной идет. Ну, он, кстати, как будто как привет, сосед такой, знаете, умный.
Видите, у него какие-то звуки он слышит. О, меня что-то кролик говорил только что. Я пропустил, там была надпись какая-то. Я реально пропустил. Что он мне мог говорить? Может, обойди там, типа, с другой стороны попади ко мне. Так, 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 нет. Он на третий этаж, походу, пошел. О, пошли, пошли. А где тогда сосед делся? Сосед исчез. Он только что тут был. Он где-то идет. Я слышу шаги какие-то. Он когда идет, он бам-бам-бам, такой звук. Так, все, валим. Пока куда-то он пошел. Хей, бой! Подожди, я далеко убежал. Короче, нельзя убегать. Я понял, надо его сопровождать очень близко. Так, ну все, мы вышли. Ура, начало игры пройдено. Первая миссия, да? Так, это он магию на него закинул. Ну что, графончик обновленный сразу видно. Потому что Dark Riddle 2, как и Dark Riddle 1. То есть там не видно было разницы. А здесь прям видно, что обновили. Свежачок, движок. Тут, может, настройки графики где-то есть, я что-то не заметил. Может, еще лучше можно графику сделать. Все-таки М4 процессор. Очень классный процессор. Но я, как уже говорил, я жду iPad mini. На M2 процессоре, скорее всего, он выйдет. Так, ладно, они там что-то говорят, мне неинтересно. Вот M2 процессор, iPad mini, и все, я беру его. Как раз будет такой ручной, как книжечка такая маленькая. Ой, это хороший или плохой? Ничего себе. Это дружбан его? Или над ним мы эксперименты сейчас будем ставить? Так, это что нам? Дверь надо войти? Ой, закрыто. Это как двери в мультфильме, как она называлась? Это мультфильм. Корпорация монстров, помните? Там в двери входили и всех там детей пугали. И зарабатывали электричество, так сказать. Очки за это, типа энергия была. Так, что сделать? Исследуйте лабораторию. Говорят. Так, ну давайте исследуем. Вот тут что-то я вижу. О, это что? Это наш? Он тут теперь? Ой, я забыл. Я хочу тебе кое-что подарить. Как это использовать? Он говорит, там на выходе есть дверь. Там и используй. Так, а где дверь на выходе? Вот сюда? Пам, пам, пам. А, ну да, в эту дверь сейчас нам дадут возможность. Оп. Плейграунд. Можно выбирать, куда телепортироваться. Телепортировались. Напишите, у вас тоже русской версии нет? Или это я что-то не то скачал, может быть? Ну, вроде ничего нет больше в магазине. Но у меня американский аккаунт, может быть, тут русского языка просто нет. У вас европейский аккаунт, версия. На андроиде, интересно, напишите, есть русский? Или они вообще везде не делали русский? Либо просто я не увидел, но я вроде прокручивал два раза уже. Так, а что здесь делать? Тут какая-то вот полоса, как будто по ней можно туда попасть. Это что такое? Это типа магазин, покупать здесь всякую ерунду. А это то же самое, типа рекламу смотреть. Сюда не пройти. Что-то тут, наверное, с кроликом, наверное, связано, не? А, это не кролик, подождите, это какая-то мишень, что ли? У меня есть какой-то мячик. Ну-ка, давайте кинем мячик в него. О! Подождите, а что произошло? О, голубь какой-то. Может, и в голубя надо кинуть? Так, чуть ближе. А что голубь делает? Он что, стоит? На воздухе? Так, вот тут как-то можно, наверное, запрыгнуть. Я что-то не понял, как? Что-то подложить? Активировать платформу написано. Но я не понимаю, как активировать платформу. Вот эта штука, что ли? Ну, здесь всякие ловушки покупаешь. Я не вижу, где тут можно активировать что-то. А, вот сюда надо, смотрите. Вау, догадался я. Здесь рычаг. Я догадался, я гений. Ура, идем сюда. Все, теперь понятно. Дальше что? Еще, зачем мне сюда снова? А, у меня закончилось оружие, представляете? Они не бесконечные. Подождите, а вот это что такое? Какую-то фигню кинул. Ну, это типа оружие или что это? Что это такое я собираю? Так, а тут как пройти, извините? Что-то не понял. Ага, сюда надо. Так, собрали. А, вот еще. Попал, все. Теперь время попрыгать. Блин, тут я уже Dark Riddle 3 и 2 вообще никакого не понимаю. Это другая игра. Не чувствую. Нет запаха старых игр этих. Это абсолютно другая игра какая-то.
А у него есть двойной прыжок? Подождите. Ну да, есть. Он просто не всегда что-то срабатывает. Так, ну надо подобрать надо, да? Неспроста же это. Так, нет. А куда? Подожди, здесь где-то есть... Бам! Хорошо. Бам-б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 ам. Все, собрал. Тут кирпичи нужны, походу. Ну да, тут мини-игра какая-то. Блин, да где тут Dark Riddle-то? Игра совсем другая. А, я умер, и он даже... В воду нельзя наступать, я понял. Бам, теперь сюда. Теперь туда давайте. И... Блин, он не прыгает просто. Ладно, я понял. Третью игру поиграли. Все отлично. Поехали вторую вспоминать. Мне что-то не очень зашла третья, потому что это совсем другая игра. Я уже хотел от соседа бегать, что-то там делать с ним. А здесь вообще совсем другая игра. Так, какие-то настройки. Давайте, тут русский язык был. Да, вот они решили убрать его, походу. В третьей части его нет. Запускаем. У нас тут какая-то девочка в клетке. Я все ее освободил, потом что-то... И вернее, не мог освободить. Не понял, что делать. Сейчас попробую. Получится, может. Значит, мы прилетели на Марс, я так понимаю. Какая-то у нас авария произошла. Мы тут разбились. И вот наш дом. И у нас тут задание. Вот сюда нажимаем. Найди место, где сосед запер Мэри. Помоги ей сбежать. Вот такое задание. Наш сосед, вот он. Тут по этой штуке ходить нельзя. Это что-то горячее. Какая-то лава. Сработало, типа. Аварийка. Вот здесь она, по-моему. Да, вот она. Но я не понимаю, что-то там надо найти ей. Вот какая-то штука. Вот, она показывает. Что-то тут надо активировать. Какая-то карточка. Вот это что такое? Там синий какой-то замок. Но у меня ключа синего нету. Поэтому я не понял, как открыть. То есть я вижу, куда надо идти. Но у меня нету никакого ключа. Может, что-то искать здесь надо? Давайте посмотрим. Помогите найти... Леденец. Леденец. Не получилось даже полностью слово поместить. Леденец. А как тут камеру еще вырубить? Не могу понять. Как камеру вырубить? Вот это? А, точно, это камеру вырубить. Блин, а как тут ее сделать? Тут 10 секунд дают. Ты победил, успел, прикиньте. Я успел. Ой, а чё я заморожен? Не понял, а что, как? Ну, ждем, надеюсь, он не прибежит сейчас сосед за мной. Ну. А чё делать-то? Все? Что-то очень долгая заморозка. По-любому кто-нибудь прибежит, пока так долго. Секунд 15, наверное. Так, ладно. Ищем мы... Тут нельзя наступать, электричество. Мы ищем какой-то ключ синий. Где он может быть? Я не знаю. Синий ключ. Может, у нее что-то есть тут? Не знаю, в этой комнате. Тут даже не посмотреть, что там. Я такой низкий. Телек стоит, чтобы она посмотрела с клетки своей. Видите, сосед обо всем думает. Телевизор установил, чтобы она не скучала. Правда, он не работает, но как бы иногда, наверное, включает ей мультфильмы. О, вот ключ. Все. Окей, теперь главное, чтобы этот не попался, чувак. Сосед наш. Так, нам, по-моему, сюда, да? Так. Леденец. Взяли. А где он у нас, непонятно. Так, еще зеленый какой-то ключ я возьму на всякий случай. Ну все, у нас леденец есть, он, наверное, в инвентаре. У нас есть где-то рюкзак. Вот, вот этот рюкзак. Да-да-да, это леденец. Он только странно выглядит, что это непонятно, что по иконке леденец, но это леденец. Ну что, довольна она хоть? Леденцом-то этим. Так, сканирует, у него какое-то... Это какое-то секретное оружие.
спецагента. Используй кран, чтобы помочь. Какой кран? Что за кран? Какой кран? Где я должен кран теперь искать? Так, кран. Где может быть кран? А, это ловушка была, да? Можно ее взять? Ловушка. Так. Кран. Может, тут где-то кран какой-то? Так. На ванну можно наступать, да? Так, ну тут ничего нету. Кстати, он в дом, походу, вообще никогда не ходит. Если тут камера меня не видит, то ничего он мне сделать не может. Парализован. Да что, как? Что сработало-то? Очень странная игра. Если меня сейчас поймают, я, получается, с нуля, что ли, должен это все делать? Или сохранение какое-то будет? Нет батареек, блин. Каких нет батареек? Давайте заплатим, чтобы он отвалил от меня. Короче, какой-то кран нужен. Я не понял, что вообще она имеет в виду. Где его искать вообще? В доме, не в доме? На каком этаже? Очень-очень странно. Очень-очень странно. А, кран! Вот кран! Подождите, это и есть кран. Нужна ключ-карта для крана. И как мне ее найти, эту ключ-карту? Ключ-карта для крана. Ну, эта игра очень сложная. Но пока первый раз играешь, никогда не понятно ничего. Где какая ключ-карта? Где она должна лежать? Ты пока все не пройдешь. Вот я хоть кран увидел. Но крану нужна какая-то карточка теперь. Где эту искать? Ну, будем тут искать. Так, ловушка. Так, все нормально. Вот тут, может, где-то лежит ключ-карта. Давайте смотреть, как она вообще выглядит. Может, тут что-то нажать надо. Камеры все тут. Главный центр управления у него тут сидит. Тут. О, что это? Ключ-карта? Что? Ваше время... Наше время приближается, порталы почти готовы, люди даже не узнают, что произошло. Что? А что я взял вообще такое? А, я взял и положил, то есть это не я не взял в руки. Ключ-карта, ключ-карта. Где может быть ключ-карта? Как вы думаете, куда мне идти? Это что такое? Конфета? Тут есть ключ-карта? Нету. У нее может ключ-карта? Дай мне ключ-карту. Где искать ключ-карту? Я, получается, каждый должен пройти сантиметр комнаты, проверить, как она выглядит. Ну, походу, не на втором этаже, это последняя комната, я уже все проверил. Это какая-то батарейка, я не знаю, куда ее использовать. Вот еще батарейка. Ну, возьму, может понадобиться. Ну и все, идем вниз. Ну, тут есть вода, вот это место, но тут ключ-карта. О, электричества уже нету. Они есть. А если я сюда, ну-ка... А тут ничего нет, я думал перепрыгну, сейчас что-то будет. Ерунда какая-то. Так, ладно, вниз тогда. Все, понятно, что не на втором... Блин, он здесь. Валим, 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 валим. Через окно вниз и на с первого этажа начинаем. Ключ-карта. Я в прошлый раз помню, что что-то находил, потому что я этим краном один раз пользовался. Я вот сейчас только вспомнил. Потому что это давно было, когда игра выходила. Это же Марс-версия. Так, вот это что такое? Кнопка какая-то. Что за кнопка? А, вот зеленый ключ, подождите. А это что за кнопка? Блин, это тревога, да? Он сейчас прибежит, да? Короче, валим. А, меня уже все поймал. Ну ладно, не везет мне что-то с этой игрой. Идем дальше. У нас Dark Riddle какой-то там. Какой-то там. Они тут все с одинаковыми названиями. Dark Riddle 1. Но из них какая-то вторая часть все-таки. Просто название почему-то иконок у них по-другому сделано. Вот это какой Dark Riddle? Напишите, ребята, я не знаю. По мне это первый, наверное. Тут ничего не написано. Что написано? Русский. Давайте русский, раз русский, ставим русский. Пока они не убрали этот язык. Так, я играл даже, получается, или что? Подождите, а что, все открыто, что ли? Выходные. Это кто так переводит слово? Подождите, Хэллоуин, я могу играть Хэллоуин? Точно, а почему, в честь чего я могу это играть? Короче, я взял Хэллоуин, первый уровень. Давайте смотреть, что это такое. Что это за уровень? И все доступно, не надо ничего проходить. Любой уровень выбирай, играй.
Тут что-то бросил он им, петарду какую-то, поржал, и все. И на этом... Так, проберитесь в дом соседа и напугайте его. Так, а как его пугать-то? Непонятно. Просто напугать. Так, ну видно, тут Хэллоуину подготовил сон, смотрите. Паутина уже. Череп. Ой, он тут... Ой, он умеет перепрыгивать, ничего себе, насколько он умный стал. Ладно, я заново начинаю. Не повезло мне. Попробовать снова. Не повезло, что он просто вначале был там, стоял. Сосед этот не заметил меня. Так, это можно пропускать или каждый раз смотреть бы? Нельзя пропустить, кстати. Давайте еще раз посмотрим. Кинул, короче, что-то ему там. Петарда, да. Мини-петарда такая. Так, ладно. Давайте сразу в дом. И закроем дверь. О, он тут уже. Блин, ну как на раз не приходится, короче. Давайте другой уровень возьмем. Какой-то не очень уровень подходящий, мне кажется. Не повезло мне. Городские истории. Тука, а что самая последняя какая городская история? Взрывное Рождество. Давайте попробуем. Самый последний уровень, который доступен вообще прямо. Что это такое? Тоже что-то взрывать будет? Ёлку эту? А то же самое, начало, мне кажется, что там. Ща, короче, что-то делать будет. Ну-ка. Сел тут удобно так. Смотрит. И дронов запустил, походу, да? Спасти ёлку от дронов со взрывчаткой. Возьми коробку, кинь в дронов, забери бомбы. Так, какую коробку? Вот эту? Так, а вопрос только, где дроны, куда идти? Это его дом. Полицейский. Полисмен. А где там происходит это все? Нападение дронов-то? Ну, город же большой. Вот дрон, кстати. Это же он, да. Подождите, надо попасть. О, попал. Собрать 5 бомб. Подождите, я не успел собрать. Давайте еще разочек. На этот раз не попал. А этот, привет, сосед-то. Он меня увидит вообще? А, так от него тоже надо убегать. Ну-ка, в него. А в него нельзя кидать ничего. Ладно, все ясненько. Давайте дальше. Dark Riddle. Это уже, наверное, первая часть уже. Если это была вторая. Бесплатные яблочки мне дают. О, новое это меню. Не было ж вроде такого. Русский и английский, прикиньте, только два вида языка. И смотрите, можно графику тут ставить. Среднюю, низкую, высокую. У нас стоит, как всегда, максимальная. Двигайтесь для ходьбы. Так, что нам делать тут? Стрелочка показывает сюда. Заперто. О, мне здесь музыка нравилась. Я запомнил эту музыку. Потому что в других нет музыки. Или она вообще не запоминается. Хорошая музыка, она всегда запомнится. И будет ассоциироваться с игрой, например, или с каким-то моментом. А вот прошлые игры я играл, ну, они все одинаковые. Перепрыгнуть, возьми бутылку. Что за бутылка? Разбить стекло, да, надо? Бутылка, что-то так. Хранит он бутылки. Как будто хочет, чтобы кто-то разбил у него тут все. Подбери ключ. Выбери ключ в инвентаре. Нажал. Отоприте ворота. Полисмен на меня не нападет сейчас? Что тут шастаю? А как дальше открыть? Заперто, подождите. Все равно заперто. Посмотри в комнату. В какую комнату посмотреть? Вот в ту? Вот в эту? Нет, стрелка какая-то непонятная. То туда, то сюда. О, сюда. Это у них тут, у него центр управления тут. Камеры и все дела. Знаю эту комнату. И что нам надо испортить тут? Выключить это все. Но все равно там не сидит. Ну пофиг на эту камеру. Ой-ой-ой. Убегает. Вы, кстати, сосед другой видели? Сосед совсем другой. Он какой-то такой более злой, что ли. Он здесь не побежит? Блин, он тут бежит. Подождите, он туда побежит или сюда? Блин, откуда он знал, что я здесь? Я думал, он с дома выбежит. Ладно. Оббежим его с той стороны. Убегай домой, написано задание. Сейчас так и сделаем. Ворота, надеюсь, откроются хоть. Я же открывал их.
Я не понимаю, почему как они закрыты, если я их открывал? Вот даже вот, ну, выбил. Ну что за ерунда? Я тогда тоже что-то не понял, почему нельзя было. То есть меня нельзя, мне нельзя выйти теперь. И что мне делать? То есть я должен что-то подложить, наверное, какую-нибудь коробку сюда или что? Как я должен выпрыгнуть? Коробок ничего нету здесь, я вот смотрю. Это какой-то глюк местный в игре. Такого не должно быть. Тут хочу посмотреть. Нельзя. Что делать мне? Вот это можно взять с собой? Мне нужен какой-то предмет, на который я запрыгну. Но здесь ничего нету. Может, с дома взять какую-нибудь коробку? Там есть такое что-нибудь? Коробка какая-нибудь? Заперто. Заперто. Блин, ну... У меня просто ключ, наверное, не выделился с инвентаря. А вот, сейчас выделился. Подождите, сейчас, может, открою. Это просто глюк интерфейса, неудобно сделано. Все, открыл. Сейчас вокруг дома бегу. Хотя, что вокруг дома? Давайте так, рискнем. Рискнем. Все, я домой успел. Все, просто ключ не выделился тогда, из-за этого ничего не получилось. Ура, я прошел первый уровень какой-то тут игры, первой части Dark Riddle, наверное. Все, дальше ночь и следующее задание. Так, и мы смотрим последнее у нас Dark Riddle. Это классический или какой? Сейчас посмотрим, что это такое. Ну, это, наверное, самая первая часть вообще. Самая первая. Тут даже мальчик как-то нарисован странно, мне кажется. Так, настройки, что у нас? Ну, хотя здесь больше языков стало. Наверное, та игра все-таки первая, потому что там два языка всего было. И настройка графики была. Потом решили отказаться от графики, настройки и языков больше добавили. Так, что у нас тут? Классический Dark Riddle. Так, машина приехала. Запустили мы дрона. Смотрим сейчас. Вообще весь город пролетим. Что тут творится? Городок совсем маленький. Тут за одну секунду все пролететь можно. Это даже не город. Это поселение. Ой-ой-ой. Дрон у нас упал, ну, у соседа там. Я так понимаю, нам надо дрон просто вернуть. Сценарий такой. Возьми ящик. То же самое, как в прошлой части. Что только что играли. Давайте сюда его. А, во время бега шум от шагов сильнее. Ну блин, а как мне не бежать? Где дрон разбился-то? Забери дрона. Ну. А вот он здесь. Дрон. Вот он. Забрали. DJI Mavic или какой-то, ребята? Дрон. Как по мне, я только одну компанию знаю, которая их делает. Так, что-то он разлил кофе на себя. А, так это робот оказался. Закоротил он. Теперь мы все знаем, секрет нашего соседа. У него есть двойник-робот. А может, это он и есть, как бы, и нет никакого настоящего. Может быть, так и есть, кстати. Я ж не знаю, тут сценарий никакой. Я только так предполагаю. Разбей окно. Ну что, бьем теперь и в этой игре окно. Разбиваем. Дальше, возьми ключ. То же самое и в прошлый раз делали мы. Что дальше у нас будет? Так, убегать будем или что с ним делать? Открой ключом ворота. Тут хоть выделять не надо, да? Ой, я промазал, ворота там были. Сейчас я бегу по-быстренькому. В домике на дереве стоит сундук. Открой его. Где он там? С той стороны? Сундук, ты как тебе пройти-то? Я уже со всех сторон обошел. Где тут вход? Что это за сундук? А, вот вход. Окей. Не заметил. Яблочко переносим сюда. В городе есть магазин мистера Цао. Давай зайдем поздороваться. Ну, погнали. Питер у нас тут. Дальше мадам Агата. Хорошо, что они подписаны именами. А полисмен почему нет? Не написано ничего про него. Здорово. Какой он высокий вообще жизнь. О, меня двигает. Можно не идти. Просто ставите своего персонажа. И уже куда надо, куда дойти, он зайдет сам туда. Без вашей помощи. Так, надо с ним побазарить, поговорить, что-то купить. Что-то надо купить. Яблоко ему дать.
Держи яблоко. Можно было не давать яблоко, это так просто. От себя ему добавил, все равно надо поддержать его. У него продажи плохо идут, хоть яблоко ему дам. Так, войди. Все, наверное, миссия пройдена. Да, да, да? Или еще что-то будет? Ну, и не забудь заглянуть в детективное меню и помочь своим соседям. Смотрите, у нас тут соседи, у каждого задание. Мисс Агата, которая бесконечно любит котов, создала гигантского робота-кота. Злой сосед, зная, что теперь стремится создать свою собственную армию робокотов. Дело Питера. Питер всегда любил растения и все живое. Вся его жизнь связана с выращиванием разных растений. Давно за ним наблюдаю, вроде славный парень он. Дело соседа. У меня в городе живет очень загадочный дед. О, дед, он скрытный. Это дед? Я не скажу, что дед. Он ни с кем не общается, никто не знает, кто он, откуда он приехал, чем занимается. Интересно, какие тайны он скрывает. Хорошо, ну так вот сегодня поиграли. Спасибо, что смотрели до конца. У нас еще подборка My Little Pony будет. Да, она большая, но там коротенькие игры, надо сделать. Посмотреть, показать. Потом у нас еще гоночки будут, смотрите. 8 очень красивых гонок, которые раскроются на iPad. Хорошо. Графику свою покажут и производительность. Так что приходите, следующие выпуски будут интересны. Всем пока. С вами был Андромалик. Подписка, лайк. Увидимся. Чао. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.